входящих полностью в информационном пространстве России, казахстанское русскоязычное население, ну, практически в подавляющем большинстве поддерживают Россию и смотрят на конфликт России с Украиной, конфликт России с Западом через российское телевидение. Не может Казахстан, скажем, Токаев быть другом Украины, если он называет Путина надежным союзником. The events of January 2022 led to significant dependence of the Kazakhstan elite authorities on Russia and Putin personally. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Anton Pechenkin and I'm a journalist in the Ukraine Media Center. If you want to know more, please subscribe to our channel in order to stay tuned. And today's topic is Kazakhstan-Russia relationship under strain? Russia is trapping into deeper and deeper international isolation due to its brutal aggression against Ukraine. The prominent illustration of that was so-called St. Petersburg International Economic Forum, where Putin enjoyed the company of Taliban leaders, puppets from so-called DNR, and President of Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev. Everyone noted that the behavior of the latter was demonstratively stubborn. Tokayev stressed that his government will never recognize the secession of Donetsk and Lugansk from Ukraine, and criticized the rise of anti-Kazakh attitudes in the Russian state propaganda. These statements by Tokayev were followed by the information about blockade of the transit of Kazakhstan oil through Russia and stopping trades with Russian coal in the territory of Kazakhstan. In this episode, we decided to analyze what is going on between Russia and Kazakhstan and is it a rebellion of Tokayev. Our first speaker, Evgeny Zhovtis, Kazakhstan human rights activist, tends to give a positive answer to these questions. Отвечая на вопрос, почему власть Казахстана демонстрирует такую непокорность, в смысле Кремлю, у этого есть объективные причины. И первое из них, что Казахстан точно так же, как Украина, подписал меморандум о гарантиях безопасности, нерушимости границ после отказа от ядерного оружия в начале 90-х годов. Поэтому все, что происходит с Украиной, практически отражается на Казахстане. Опасения те же самые. Варианты отторжения севера и востока Казахстана, его областей, такие же. Поэтому опасения очень сильные. И в данном случае Казахстан пытается занимать независимую позицию. Он это делал достаточно давно. Если вы помните, он не признавал ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни Крым. Он все время держался, так сказать, в таком жестком неприятии аннексии, при этом маневрируя и даже голосуя за резолюцию в ООН против исключения России из Совета по правам человека. В данном случае опасения все больше и больше, особенно после выступления господина Путина с его, так сказать, аналогиями с Петром Первым. Поэтому вот это главное, почему Казахстан, власти так себя ведут, тем более, что казахстанское общество, конечно, очень беспокоится об угрозах суверенитету и независимости. В свою очередь, конечно, Китай играет определенную роль. Очевидно, что Китай играет сдерживающую роль в отношении России на территории Центральной Азии. И в этом смысле Казахстан получает дополнительные очки и дополнительные возможности в вот этой многовекторной политике, которую Казахстан все время вел между Россией, Китаем и Западом. Что может сделать сейчас Россия? Многое будет зависеть от исхода войны и от того, что будет происходить в самой России. Нужно России будет пытаться как-то дестабилизировать ситуацию в Казахстане через русскоязычное население. А здесь нужно отметить, что, к сожалению, будучи полностью в информационном пространстве России, казахстанское русскоязычное население, ну, практически в подавляющем большинстве поддерживает Россию и смотрит на конфликт России с Украиной, конфликт России с Западом через российское телевидение. Пока признаков таких нет. Пока России это не нужно. Может ли она это сделать, используя свой
явный информационный перевес, я уж не буду говорить о вооруженных силах и о военном перевесе, пока трудно сказать. Еще раз, многое будет зависеть от исхода войны в Украине и от того, какие изменения этот исход принесет самой России. И вот этого балансирования Казахстана между интересами Китая в регионе и интересами Запада. Практически такая конструкция. Хотя еще раз хочу сказать, что влияние Запада здесь, конечно, меньше сейчас, чем позиции Китая. However, many analysts in Kazakhstan and around are far more skeptical about Tokayev's real intentions. Daniyar Hasanov, another Kazakhstan human rights activist, straightly says that Tokayev's so-called demarche in front of Putin was absolutely staged for purpose. Никакого демарша со стороны Токаева в адрес Путина не было. Это был заранее согласованный спектакль с заранее согласованными вопросами и ответами. И целью этого спектакля было помочь Казахстану избежать вторичных санкций со стороны западных стран и, соответственно, дальше выступать в качестве задней двери, помогать Путину обходить международные санкции, поддерживать определенный уровень социально-экономического благосостояния граждан своей страны, контролировать внутриполитическую ситуацию, обеспечивать определенный уровень поступления в бюджет России, из которого финансируется война, на которой погибают тысячи и тысячи украинских военных и гражданских лиц. И для придания убедительности картины вот этого спектакля были брошены фейковые новости о якобы ограничении отгрузки казахстанской нефти в российском порту Новороссийск и якобы блокировке 1700 вагонов с углем, российским углем на территории Казахстана. Но правительство Казахстана спустя два дня опровергло эти новости. Никакого ограничения казахстанской нефти, отгрузки ее в Новороссийском порту нет. Потом, там определенные работы были запланированы еще до того, как Токаев собирался поехать в Петербург, и прогнозируется, что никакого падения отгрузки казахстанской нефти не будет. И касательно угля, то никаких 1700 вагонов с российским углем на территории Казахстана нет. Поэтому это вот такие вот фейковые новости. Более того, ничего нового в словах Токаева о непризнании ЛДНР нет. Эта позиция была озвучена ранее министром иностранных дел, а потом и первым заместителем руководителя администрации президента. Тут важно помнить, что три года назад в интервью Deutsche Welle Токаев, который вот сейчас на форуме в Санкт-Петербурге рассказывал нам о международном праве, говорил по отношению к Крыму, что аннексия – это слишком тяжелое слово, что что произошло, то произошло, фактически признав Крым российской территорией. Поэтому вызывает определенное недоумение, что многие российские, украинские, казахстанские эксперты, аналитики, журналисты, общественные деятели восхищаются таким Токаевым, называют его другом Украины, говорят, что он якобы плюнул в лицо Путину. На самом деле этот Токаев сказал, что вот буквально несколько дней назад на форуме в Катаре, что Путин надежный союзник Казахстана. Тот самый Путин, который начал войну против Украины. Но не может, скажем, Токаев быть другом Украины, если он называет Путина надежным союзником. Более того, сейчас идет расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. И мы знаем, что Казахстан и Россия в одном экономическом и таможенном союзе, поэтому все товары, которые растамаживаются в Казахстане, могут дальше свободно идти на территорию России. Вот мы сейчас видим, что российский бизнес, российские граждане приезжают в Казахстан, регистрируют свой бизнес, открывают банковские счета, получают доступ к международным платежным системам, как Visa, MasterCard, международным переводам, валютным платежам, которые недоступны в России. Соответственно, они как бы называют себя казахстанский бизнес, растамаживают товар в Казахстане и увозят его в Россию. Соответственно, тем самым Казахстан помогает компенсировать часть падения того импорта, которое наблюдалось в России с началом войны. Расплатой вот за, скажем, поддержание такой картины, за желание называть Токаева другом и как бы показать Путина в изоляции, это жизни тысячи украинских солдат и гражданских лиц, которые умирают на этой войне, потому что Казахстан помогает Путину обходить международные санкции. I also asked Daniyar Hasanov to what extent Kazakhstan can rely on China's protection against Russia, and will Russia annex the northern regions of Kazakhstan with a significant number of Russian ethnic population. The expert also gave the opinion dissenting to the previous speaker, to Evgeny Zhovtin. Китай присутствует в нефтегазовом секторе Казахстана.
особого политического влияния не имеет. Политически Казахстан находится, как и Беларусь, полностью под Путиным. Путину нет необходимости создавать условия, да, или чтобы какие-то условия возникли для разыгрывания карты соотечественников в Северном Казахстане, потому что Путину не нужен только Северный Казахстан, так же, как Путину не нужна только Восточная Украина или Южная Украина. Путину нужна вся Украина, вся Беларусь, весь Казахстан, вся Центральная Азия. Сейчас, к сожалению, Казахстан находится полностью под Путиным, и суверенитет, скажем, был отдан вот после январских протестов в Казахстане. Our last speaker for today is Yuri Poita, Ukrainian Asia-focused expert. In general, he is also skeptical about the anti-Russian position of Takayev and listed several most important issues in which Kazakhstan is totally dependent on Russia. In fact, I don't see any indicators that Kazakhstan is distancing itself from Russia or taking a more pro-Ukraine position. Firstly, Kazakhstan is very heavily dependent on Russia economically, and Russia's share in Kazakhstan's trade in 2021 was about 23%. It's $24 billion. And Russia is the first trading partner among the countries for Kazakhstan. Secondly, Kazakhstan is very highly dependent on transit through Russian territory, primarily to the European Union market. Which accounts about 34% of trade and 42% of Kazakhstan's export. And Russia's investment in Kazakhstan is about $17 billion, and both economies are quite integrated. Thirdly, Kazakhstan participates in all international organizations with a leading role of Russian Federation. First of all, it's CSTO and the Eurasian Economic Union. And currently, there is no any indicators, any signs of weakening Kazakhstan's cooperation with Russia, both bilaterally and in this international organization. On the contrary, Kazakhstan is stepping up economic and military cooperation with Russian Federation, including in this organization that I mentioned. First, Russia is a monopolist of Kazakhstan's arms market. That means that all ground and air vehicles are made in the USSR or in Russia and are serviced and repaired by Russia. Security dependence ensures political loyalty to Moscow. In addition, some Kazakhstan's companies manufacture their products for Russian Federation, and it is used in almost all Russian aircrafts and helicopters. There is currently no termination of cooperation. And furthermore, the events of January 2022 led to significant dependence of the Kazakhstan elite authorities on Russia and Putin personally. Therefore, taking into account all these factors, there is currently no indicators or practical steps that would confirm us that about the real distance of Kazakhstan from Russian Federation. From my personal point of view, President Tokayev's speech at the at this economic forum is coordinated with the Russian side and aims at two main tasks. Firstly, it is creation of the international image of Kazakhstan as a neutral and somewhat independent of Russia country. This will ensure that Russia uses Kazakhstan as a platform. Unofficial platform to obey sanction, to overcome the sanction. And there are already some signs of this, so there are some evidence of that I have mentioned. Secondly, second task, Tokayev's statements were intended to improve its personal image in Kazakhstan society, because after events of 2022, his image suffered significant damage when a large part of population of society reacted very negatively to the participation of the CSTO troops in Kazakhstan and began to consider Tokayev as very close to Putin and even a puppet of Putin. So far, Kazakhstan remains very loyal to Russian Federation. And despite these statements, is not taking any steps to distance itself from Russia
or move closer to Ukraine. And from my point of view, and according to my data, the probability of changing the position of Kazakhstan in the current condition, in the current geopolitical condition, and especially on the Ukraine's battlefield, probability of changing the position of Kazakhstan remains very low. You have been watching this special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to Russia-Ukraine war, Ukraine in flames. In description there is also information how personally you can help Ukraine in our fighting against Russian aggression. If you find our job interesting and useful, please put your likes, comments and subscribe to our channel. Thank you again for your watching, and everything is gonna be Ukraine.